5 выстрелов можно делать, не отрываясь от спускового крючка. То есть не надо заряжать по одному патрону, а стреляешь подряд. Ни разу не подводило? Нет, это ни разу не подводило. Тяга к охоте была с детства, рассказывает егерь. Как и многие мальчишки, смотрел фильмы про индейцев, делал луки, рогатки. Вместе с друзьями стреляли по мишеням. Переехав после армии жить на север, понял, охота – это его. Сама природа располагает к такому увлекательному хобби. Оставалось купить ружье и вступить в охотообщество. Это и хобби, это и свободное время, в общем-то, провожу все время на охоте. Вот, и тут как бы и работа, все это вместе воедино слилось. Поначалу, делится Сергей Новосад, трудно было решиться. Убить живое существо казалось чем-то невероятным, но за столько лет привык, и уже рука не дрожит. Как бы жалко, с одной стороны, есть такие красивые, красивые весенние водоплавающие, которых бывает иногда. Как бы жалко, вот. Ну, видимо, эта страсть немного это перебивает вот эти все моменты. Как добывать зайца, правильно подходить к глухарю, скрадывать уток, ставить капкан. Багаж бесценных знаний Сергей получил от опытных наставников. Сегодня уже сам может научить многому. Сложность, допустим, добыть зайца самому, вот, одному, без собаки, это уже нужно мастерство, нужна выдержка, нужны физические какие-то навыки, потому что приходится ходить и 2, и 3 часа по сугробам, на лыжах. К такому делу, как охота, уверен мужчина, надо подходить серьезно, с терпением и настойчивостью. Иначе добыть дичь просто не удастся. Кто рано встает, тому и Бог дает. То бишь, если охотник, который ленится, считает, что он как-нибудь быстренько и назад поедет домой уже с дичью, то это неправильно. Нужна подготовка, нужна выдержанность. Выслеживание, погоня. Без любимого дела охотник свою жизнь уже не мыслит. И даже через десяток лет видит себя в лесу и с оружием в руках.